Всем привет, с вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о наших российских командах, выступающих в Лиге Чемпионов, и сосредоточимся на Краснодаре, которому сегодня предстоит важнейший матч против Севильи. И вот в преддверии данного матча мне стало интересно, а каковы последние мнения фанатов испанской команды о будущем противостоянии? Давайте узнаем. На сайте inoprosport.ru были собраны самые интересные комментарии испанских фанатов касательно игры Краснодар-Севилья. Ну а я сейчас, с вашего позволения, зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Многие из вас наверняка делают ставки на спорт, и мне хотелось бы посоветовать вам тот портал, где ставлю лично я. Это сайт OneWin. Там очень удобный интерфейс, там эксклюзивные линии и очень простая регистрация буквально в один клик. Поэтому выводить деньги там можно без комиссии и в любой валюте. И хотелось бы отметить, что вы можете воспользоваться моим эксклюзивным промокодом Костя200. По нему вы можете получить плюс 200% к первому пополнению, если пройдете по ссылке в закрепленном комментарии и введете этот промокод. Ну а я пока сделаю ставку на Барселону в матче против киевского Динамо, потому что коэффициент на победу каталонцев достаточно высокий, 1,76. Поэтому здесь есть хороший шанс неплохо заработать на победе Барселоны. Эстер Габриэл написал: «После домашней встречи с Краснодаром мы отправляемся к ним в гости. Будет очень важно не отдать сопернику ни одного очка». Но учитывая то, что Краснодар играет дома очень неплохо, здесь на самом деле это будет сложной задачей для Севильи. Добиться победы на выезде в России — это в принципе тяжелая цель для любой иностранной команды. Но посмотрим, каков будет итог этого матча. Май Ебра написал: «Вперед, Севилья! Мы обязаны сегодня побеждать». Ну, прям обязаны. Какие-то здесь оптимисты прям собрались. Эстер Габриэл написал: «Надо любым путем добиваться победы и надеяться, что Челси сумеет обыграть Рен. Тогда мы гарантируем себе попадание в 1/8 финала. Открытым останется лишь вопрос о том, кто станет первым в группе, мы или Челси». Ну, я думаю, что Севилья и Челси и так достаточно очевидные фавориты в нашей группе, поэтому здесь, даже если Севилья проиграет, чего мне, конечно, хотелось бы, тогда, я думаю, Краснодар улучшит свое положение, а Севилья, ну, скорее всего, мало чем ухудшит свое место в Лиге Чемпионов, потому что, сами посудите, Рен имеет минимальные шансы отнять у Челси очки, ну, а что касается Севильи, в оставшихся матчах они, скорее всего, смогут добрать нужные баллы для того, чтобы попасть в плей-офф Лиги Чемпионов. Ну а для Краснодара сейчас, конечно, самое важное — цеплять очки, получать по максимуму баллов зачетных и рассчитывать на ответную встречу с Реном, на то, что там удастся, соответственно, добиться победы над главным конкурентом в борьбе за третье место. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы Краснодар пробился в плей-офф Лиги Чемпионов, но, согласитесь, это маловероятно. Хуан Падилья: «Если не выиграете, то хотя бы приложите для победы максимум усилий. Я это говорю, потому что знаю, что наша команда снова настроена и снова старается играть в качественный футбол. Поэтому я доверяю ей. Да, мы можем не выиграть на выезде, но я знаю нашу команду. Она сейчас в хорошей форме и с хорошим настроем». Эстер Габриэл написал: «Слышал, что на стадион в Краснодаре пустят российских болельщиков. Мне это кажется несправедливым». Но это, видимо, с намеком на то, что в других странах, в большинстве государств Европы, на стадион болельщиков не пускают. Хотя вот англичане, по-моему, сейчас тоже решили пустить на свои арены болельщиков. Мэнел Лопес Барба написал: «Надеюсь провести хороший вечер и стать свидетелем множества забитых мячей Севильи». Эстер Габриэл: «Кто бы сегодня не вышел на поле, пусть оставят там все силы и принесут Севилье 3 очка». Ну и Манули Ромеро Андредас написал: «Мы сегодня победим, вот увидите». Ну что ж, посмотрим, каков будет исход этой дуэли. Ну и не забывайте проходить по ссылке в комментариях на сайт OneWin, где вы можете воспользоваться промокодом Костя200 и получить бонус в 200% к первому пополнению.